Всем привет, там улица Брестская, улица Горького, перекресток Горького с Брестской. В этом доме в советское время была блинная, прямо вот здесь вход был. Мы часто туда бегали школьниками, ели блины. Блины в советское время были вкусные, без ничего, по-моему, то ли 9, то ли 11 копеек стоили. С маслом и с сахаром, по-моему, 15 копеек. Со сметаной там 11 или наоборот. С медом самые дорогие были, 20 с чем-то копеек. Кефир стакан копеек 11 стоил, или 9, не помню, или 10. А тема этого ролика — что лезет из газонов. Сегодня у нас 20 марта 2024 года. Снег уже тает в городе. И вот смотрю, что-то какие-то уже, ну, это, наверное, корневища цветов, которые были срезаны, убраны, так сказать, на зиму. Но, тем не менее, они живые, и я думаю, из них скоро что-то полезет. Какие-то цветы я не знаю, но сам факт того, что природа оживает, и начинается вегетативный период, то есть период роста, цветения растений, трав, цветов, меня, например, очень радует. Вот. Видите, вот... Не помню, как эти растения называются, но уже начинаются они, так сказать, лезть из земли. Вот они, голубчики. Жесткие, но живые. Живые, упругие. Вот они лезут из земли. Ну и вот травка какая-то разнообразная. Еще лежит, как говорится, блестя на солнце, снег. Лежать ему тут считанные дни. А может, даже и часы, потому что температура около плюс 8 градусов. И скоро на месте этих газонов мы увидим травку. Насколько скоро, не знаю. Но, тем не менее, подождем. Подождем, посмотрим, увидим, что будет. Вот такие события на улице Брестской, на улице Полесской. Тает снег и лезет молодая, так сказать, поросль. Во всяком случае, оживает. Вот она, молодая поросль. Вот она лезет. Видите? Росточки прорастают. Ну и в целом газончик такой зелененький уже. Начинается рост трав. Вот. Вот травка какая-то. Растет, цветочки какие-то. В общем... Весна, что скажешь. Так, а тут у нас магазин «Роскошь Восток» и какое-то объявление. Магазинчик задолжал квадре теплосетям. Это нехорошо. Значит, магазинчик тут больше этого не будет. Ну, будет какой-то другой магазинчик. Плиточка обилась. Ну, что поделать. Посмотрим, как этот новый магазинчик будет ухаживать за этими замечательными газонами. Или кто за ним тут ухаживает, не знаю. Поживем, как говорится, увидим. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. Вот они лезут, росточки. Вот они лезут, молодые стебелечки. Вот, до новых встреч. Жаль, магазин был интересный.